Фелиция меня ждет. Может, она нашла сына? Внимание постам. Важному свидетелю по делу Маджи угрожают взрывом. У нас происшествие в районе Мидпекинга. По интернету гуляет видеозапись того, как Человек-паук скачет по крышам за черной кошкой. А молодежь всячески это поддерживает. Такие называют себя шиперами. Не путайте со шкиперами. Шиперы любят строить теории о чужих отношениях. И им хочется, чтобы Человек-паук и черная кошка сошлись. Хотя и не всем. И об этом они ведут горячие споры. Кажется, это называется холивары. В мои годы у нас не было времени на шиперство и холивары. А знаете почему? Мы работали! Так что вот что Джей Джона Джеймсон хочет сказать любителям холиварить. Займитесь делом! Вооруженное нападение на магазин. Нужно подкрепление в Тендерлойне. Прием. Гангстеры, громилы, кувалды залезли в магазин. Надо... О, вас кувалда послал печеньки к чаю купить? Наезжать на лавочников бессовестно даже по меркам кувалды. Надо уйти до приезда полиции. Мало ли, как они меня воспримут.
Внимание! Крупный обмен наличных. Возможно, фальшивка. Нужна поддержка в портсайде. Прием! Обменка на крыше? Мне причитается комиссия. Сделка, паук. Проваливай! Слушайте, если эти деньги поддельные, значит вы поддельные гангстеры. У Кувалды плохая кредитная история. Я написал Юре, чтобы их забрали. О, жалко, что нет смайлика в виде паучка. Паутина поможет. Приготовься к фотобомбам! Красота! Был близко. Могу сказать одно. По делу Маджи. Нужно подкрепление в Клинтоне. Похоже, Кувалда научился у демонов все взрывать. Надо связаться с копами. Ты вовремя, Человек-паук. Бомба такая же? Да. Скажи, как закончишь. Так, паук, не думай, что может случиться.
получилось. О, нет. Запустились дополнительные бомбы. Быстро туда. Очень помог. Всегда рад помочь. Мои верные слушатели неоднократно сообщали мне, что Человек-паук занимается откровенным вандализмом. Ломает блоки электропитания и портит другие вещи, являющиеся общественной собственностью. Некоторые утверждают, что он вроде бы что-то ищет, но всегда уходит с пустыми руками. Друзья, мне кажется, пора заявить, Человек-паук скоро окончательно слетит с катушек. Хотя и без того нельзя сказать, что человек, скачущий по городу в костюме насекомого, безопасен для общества. Но теперь он либо ищет несуществующие вещи, а это уже галлюцинирование, либо больше не может контролировать свою агрессию. В любом случае, пора вызывать людей в белых халатах. Желательно с очками для насекомых. Ловить насекомых ведь все еще модно, да, Джаред? А значит, это никогда не было модно. Сообщается о жителе, атакованном Маджей. Проследуйте на кафедрал. Люди Кувал... Осторожно! Эти пушки могут выстрелить! Человек-паук здесь! Так грубо! Спасибо. Если бы ты не помог, я бы отправился к рыбам. Какой-то дрон! Осторожно! Берегись!
из моих фанатов считает, что сможет справиться с пауком, это ваш шанс. Все кончено! Да! После этого у меня будет куча новых подписчиков! Похоже, люди кувалды были поблизости. Придется разобраться. Фотобомба! Не пропусти! Я разберусь! Привет! Если вы только что присоединились к нам, не забудьте подписаться на канал. Ракурс был отличный. ОМГ! Это было так весело! Это видео взорвет интернет! Я впечатлена, Человек-паук! Мое шоу стало хитом! Но в новом сезоне будет еще круче! А пока я с вами прощаюсь. Славно почудили! О, она просто невыносима. Имхо. Так, что тут у нас? Старый приятель подсказал. Кувалда хранит что-то крайне ценное вон в том офисе над баром. А здесь людно. Заметят меня. Сыну конец. Я их отвлеку, а ты пройдешь внутрь. Мой герой. Давай уже. Пожалуйста.
тебя паранойя. Смотри, паучок. Похоже, они к тебе. Кое-что есть. Кувалда недавно приобрел неприступное хранилище размером с комнату для самой ценной добычи. Вроде похищенного ребенка. И где это хранилище? Пока не знаю. Но здесь есть и другие записи. Ну ищи. Хватит, дурни! Навалитесь все разом! Можно и мне потанцевать? Наконец-то! С годами ты явно размят. С годами? Эй, я, может, старше тебя, но я не старый! Вот, а вы уже заждались! Взять его! Вы что... Берегись, паук! У нас тут не соревнование! Эй! Оставь мне хоть кого-нибудь! А ты не зевай! Сейчас рванет! Вот это да! Ты сейчас про мой костюм? Нет, я... Проехали! Сейчас рванет! Можем поучаствовать? Нет, нельзя! Это был мой! Да неужели? Мы с тобой хорошая команда. Не привыкай! Вы бы хоть старались! После тебя. Нет, нет, нет! Ты узнала, где это хранилище?
нет. Но мы скоро его найдем. И моего сына точно держат там. Раз уж зашла речь, у нас все еще не закончен разговор. Тебе этого не хватало? Чего? Чтоб в меня стреляли, пока ты что-то крадешь? Я пыталась исправиться. Нашла работу без взломов и грабежей. Даже стала бегать по выходным. Я хотел узнать, где ты. Тебе, наверное, было тяжело. Особенно с ребенком. Чтобы найти его, надо копнуть глубже. Я хочу помочь. Если уж мы работаем сообща, то... Кое-что проще сделать одной. Кое-что. Я позвоню, если мне будет нужен кавалер. Привет, МДжей. Удалось что-то получить с ноутбука? Расшифровываю данные. Скоро что-нибудь будет. Класс. А пока у нас появилась еще одна зацепка. Мы думаем, что Кувалда держит ее сына в хранилище, но не знаем, где оно находится. Когда я взломаю эти файлы, попробуем вместе сложить этот пазл. Только не ищи в этой фразе намека. Сложно, конечно, удержаться, но я попробую. Спасибо, МДжей. Сообщи, что найдешь. Так, появилось свободное время. Посмотрим, что творится в городе. В нашем городе драки в барах нередки. Но недавнее побоище в таверне «Черное крыло» явно непростой мордобой после третьего стакана. Данное заведение, скажем так, подозревается в связях с Маджей. А теперь угадайте, кто был в центре заварушки. Человек-паук и черная кошка. Думаю, самое время поинтересоваться, кто здесь на чьей стороне. Может, человек-паук и кошка работают на разные семьи Маджей? Или на одну и ту же? Или, помните, что я думаю на 10 шагов вперед, они решили основать собственную семью? А? Это бы объяснило, почему Человек-паук, которому плевать на закон, борется с преступностью. Он устраняет конкурентов. И, видимо, славы Бонни и Клайда не дает покоя этой парочке в спандексе. Извините. Я наконец-то взломала ноутбук. Помнишь, ты говорил про огромное хранилище? Я нашла запись о том, что его доставили наверх после адской кухни. Мальчик наверняка там. Спасибо, МДжей. Позвоню Фелиции. Звонишь в такой час? Зов плоти? Или ты что-то нашел? Надеюсь, твоего сына. Я пришлю адрес. Приходи. Осталось еще несколько. Это отключено. А где остальные?
рванет. Надо спешить. Готово. Время на исходе, нужно торопиться. Есть. Осталась одна. Так, быстрее. Времени мало. Это последнее. Все могло быть гораздо хуже. Подозрительные лица проводят обмен крупной суммы. Выдвигайтесь к музейной миле. Люди Кувалды, мешки денег. Надо проверить. Нельзя потерять деньги, боже, разозлиться! Помывку затеяли, парни! На куски пору! У нас мало людей! У Кувалды плохая кредитная история. Полиция уже в пути. Мне пора. Готово.
Энджи была права. В таком месте они могут держать мальчика много дней, и никто об этом не узнает. Это здесь. Точно. Нельзя, чтобы нас заметили. Нужно уложить их всех. Как раньше. Тише, кошки. Не заметни паука. Если они нас заметят, то убьют твоего сына. Надо действовать тихо. Босс только что передал. Стреляйте во все, что шевелится. В паука, кошку, голубей. Во все. С радостью. Пусть только сунутся к нам. Это да. Как же тут много охраны. Будет нелегко. А вот этот? Их нужно разделить. Секунду. Доброй ночи. Молодец. Только скажи, паучок. Этот парень напрашивается. Я готова к броску. Рано. Иду. Отлично. Идем дальше. Кажется, босс боится, что у него что-нибудь сопрут. Да у кого хватит ума воровать у босса? У кошки? Не знаю. Мне вообще не нравится, что мы с ней работаем. Не твой день. Здорово.
там! Кто здесь? Тут ничего. Терпение, паучок. Лови. Эй, парни, все сюда! Кто-нибудь, прикройте! Надо там проверить. Прикрой меня! Ничего. Люблю такое. Я займусь. Осталось примерно 9. Как жизни? Нельзя облажаться. Готов. Сейчас. Вот этот. Что за... Приляг. Еще один готов. Мы хорошая команда, да? Начинаю. Осталось немного. Если это голубь, я ему башку сверну. Что за... Никого. Надо там проверить. Дальше. Отлично. За этим я и здесь. Что за... Пойду гляну. Что за... Что за... Эй, кончай дурака валять! Смотри, здесь Человек-паук! Что? Это... О, нет. Только что передал. Стреляйте во все, что шевелится. Паука, кошку, голубей. Во все. С радостью. Пусть только сунутся к нам. Этот? Что за... А вот этот? Ага. Осталось примерно 9. Как жизни? Нельзя облажаться. Эй, подмогу сюда! Мужчина за работой. Прекрасно. Доброй ночи. Еще один готов. Нужно чаще встречаться. Если это голубь, я ему башку сверну. Их нужно разделить. Паутина! Паук где-то рядом! А этот? Осталось немного. Все чисто. Прикрой меня!
бомбите! Там что-то есть! Идут двое их и двое нас. Только скажи, паучок. Все готовы. Хранилище может быть где угодно. Проверь грузовые контейнеры, а я посмотрю, он в том здании. Фелиция! Что? Мне жаль, что Кувалда так поступил. Ну что ж, скоро он узнает, что, разозлив кошку, получишь когтями. Проверю эти грузовые контейнеры. Материалы. Мальчика нет. Пианино? Это неожиданно. Но ребенка нет. Двинусь дальше. В некоторых контейнерах есть вентиляция. Надо проверить их. Просто груда коробок. Продолжу искать. Он должен быть в одном из контейнеров. Соболь Интернешнл? Это еще что такое? О, Соболь поставляет Кувалде оружие? Интересно, что еще у него есть. Так, одним вопросом меньше. Человек-паук, стреляй! Громилы Кувалды и оружие Соболя. Вот такого я точно не просил. Укрытие! Я по-стенке размах! Фелиция, ты где? Я на небе! Я тебе челюсть сломаю! Откуда только берутся? Я попался! Фелиция, ты цела? Молите его! Мерзлого дела! Будет больно! Гранатометы, пулеметы. Вы хоть что-нибудь Соболю оставили? Отпускаем
голова! Я попал! Вот, чуть не задело. Черт, надо разобраться с ними и найти Фелицию. Готово. Завтра все будет болеть. Ладно, пора найти Фелицию. Она сказала, что отправится в это здание. Фелиция! Хранилище. Фелиция! Нет, 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 ты что, серьезно? Не говори мне, что ты меня дурила! Прости, милый. Без тебя такой куш было не сорвать. Все это из-за флешки кувалды! Все богатство Маджии у меня в руках. Ты отдала кувалде поддельные флешки? Он на меня рассердится, да? Так, похищение и твой сын, это все было вранье? Вранье – сильное слово. Давай скажем заблуждение. Поступи по совести. Отнеси флешки в полицию! Это мой заработок. Кувалда серьезно настроен, его ничто не остановит. Вообще-то, я его даже притормозила. Тут всех перебили! В хранилище! Мне пора. Я выпью за тебя на Ривьере. Фелиция! Босс, мы тут. Флешки нет. Новый план. На этой флешке есть жучок. Найдите ее и убейте. А если она сунется в свое гнездышко, то у меня там наготове отряд, который взорвет ее к чертям. А как же флешки? Да плевать на флешки. Главное, прикончите ее. Понял, мы ее найдем. Если во флешке есть жучок, то у Фелиции проблемы.
Нужно ей позвонить. Соскучился? Кувалда знает, где ты и собирается тебя убить. На твоей флешке есть жучок. Не понимаю я тебя. Я обвела тебя вокруг пальца, как сопляка, а ты пытаешься меня спасти. Как у тебя выходит всегда быть таким добрым? Дело не в доброте. Я просто пытаюсь сделать то, что правильно. Ты такая способная. Попробуй помочь кому-то, кроме самой себя. Ну да. Ты уже должен бы знать, что это не мой стиль. Люди меняются, Фелиция. Целую, паучок. Я буду скучать. Стой, твой пентхаус, они его заминировали! Не волнуйся. У меня все 9 жизней в запасе. Черт! Держись, Фелиция. Я скоро. Поднажмем. Давай! Держись, Фелиция!
Ого. А тело так и не нашли? Нет. Думаешь, она жива? Не знаю, ну, все возможно, да, но... Ну, и каково тебе не быть папой? Нет, нет, серьезно. Честно, это... Это облегчение. Ну, у меня и так полно проблем. Да, да уж. Но отец из тебя выйдет отличный, по-моему. Когда-нибудь. Думаю, да. Ключевой свидетель по процессу Маджи. Нужно подкрепление в Брайанте. Подтвердите. Тут человек-паук! Эй! Если заложника не привезли за полчаса, то все за ваш счет? Тебе жить надоело? Он уложил много наших! Я тебе челюсть сломал! Вы это видели? Эти подонки убили бы меня, да? Держись, приятель. Полиция уже едет. Достаточно написать одно сообщение Юре. Thank you.
Внимание всем патрулям. Офицеры преследуют автомобиль Маджии. Срочно проследуйте в Челси. А у Кувалды есть сил? Мне кажется, ему бы пригодился. У меня есть. Подкрепление. Видимо, это и есть организованная преступность. Так полно сумасшедших водителей. Давай отсюда, человек, а мы сами разберемся. Мило.